Это продолжается марафон «Стресс сейчас», уже четвертое занятие, практика называется «Четыре точки». Что вам нужно для этого? Вам нужно будет сесть в удобное положение, и эту практику, кстати, делать лучше всего в любое время, когда у вас вообще нет времени, она делается ровно там минуту, для того, чтобы перезагрузить свое внутреннее состояние, отвлечься от того, что настигло вас здесь сейчас. Поэтому, чтобы, кстати, она работала эффективно, эту практику нужно поделать на некоторое время, там, неделю или две, для того, чтобы она отложилась в вашей голове, и в любой такой непонятной ситуации, в стрессовой ситуации, вы вспомнили, сделали, перезагрузили свой мозг, и тем самым сделали так, чтобы ваше внутреннее состояние двигалось именно в том русле, которое вам действительно необходимо. Итак, что для этого нужно? Сядьте поудобней и обратите внимание на центр ладони, правой ладони. Просто направьте свое внимание и почувствуйте свою ладонь. Только не прикасайтесь. Потом почувствуйте вторую ладонь, центр своей ладони. Хорошо, почувствовали. Вы, возможно, почувствуете холодок или пульсирование, или тепло. Каждый чувствует что-то свое. Потом направьте свое внимание на центр правой ступни. Потом на центр левой ступни. А сейчас попробуйте свое внимание направить на центр ладошки правой. Потом на центр ладошки левой, одновременно и там наше внимание. Потом внимание на центре ступни, на левой ступни и на четырех точках одновременно. И поздравляю вас, вы перезагрузили свой мозг, и у вас нет всех тех беспокоящих вас мыслей, которые были до этого.